Всем привет, это канал Старо Ютубера Макса Риска, но я переименовал Супер Масион 1914. Непонятный аккаунт, а вот он, Макс Прайм, я его новый. Наверное, все же нужно заново начать. Вот так неожиданно. Я думаю, за меня будет бот играть, как я понял, тут даже бот и не поможет как. В общем-то, я захожу и выбираем новый мир, например, где сейчас там такой легенький, простенький, и тем самым прокачаемся. Пока что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Самое, наверное, интересное это с Украины, потому что там сейчас война, как бы. Тем более вон Херсон занят, как и правда. Говорят, что Польша напала. Но лучшая стратегия, на моем мнении, ух ты, Турция есть. Смотрите, если мы за Турцию сыграем, то Турция может кусочек тут съесть. Да, кусочек. Тут все позанимали. Вот, тут может расширяться, но как-то плохо. Турция отличный способ, чтобы добраться, уменьшить статистику или просто прокачаться. Я никогда за Турцию не играл. Погнали. Вот как бы попробовал. Первым делом это у нас пункт призыва 15 секунд. Думаю, никому не жалко этого времени, чтобы все просто тут распространить как коронавирус мировых. Воин. Второе, наверное, мы посмотрим всю карту в соседях наших. Смотрите, сосед один. Робот. Наибот. То есть можно его съесть по-быстрому. Тут 20 войск у него солдатов. Так, уже можно создавать вторую казарму, как бы. Это очень сильно понадобится. Но ресурсы я просто не буду смотреть, чтобы себе там не напрягать. Таки знал, нужно смотрите, какие у нас ресурсами дело, плохие, хорошие такая, видите. Комфорт, типа, это вот так продам вот такую цену или купить, продать вот так. То есть ограничения добавили. Раньше можно было все продать, а теперь уже придется так лазать много раз. От sell buy купить, sell продать. Давайте возьму рыбу. Кажется, мне не нужно. Ставим здесь. Она у нас по дешевке. Покупают по дешевке. Нефть, газ. Что у нас нефть, газ? Мы посмотрим. Пум-пум-пум, уголь как-то. Ой. И да, как я понял, нам. Нефть. Ну, я знаю, что в России всегда есть нефть. Тут заходить капец, конечно. Нефть, я тоже знаю, что она подороже стоит. Конечно, я все буду продавать. Я считаю, что нужен подороже. Давай на всю нефть, чтобы я точно не волновался за меня. 2, видите, более не так-то много. Вроде бы стабильным. Дальше мы должны теперь. Мне захвата пока что не вижу смысла. Ух ты, что за территория? Речка. Человек? Так, а у него там сколько территорий там? Как мы это узнаем, друзья, смотрите, значит, у меня 4.
Украина 10. Так, вот Россия, Франция, где Турция? Вот я десятка. Все по десятке. Как бы. Когда нас сужить. К этому. Так, тут тоже человек, как бы, с Украины. Уже как бы скорости. Так. Тут и есть. Что это такое вообще? Астаугис. Ладно. Вот с этим бы не хотелось перемикаться, но если он как-то будет меня смотреть с 20 плюсиками, то интересно будет против него. Я в Европе бы хотел захватить кусочек. Хорошо, а войны часто будут бы у нас войны, как я понял. Но первым делом я вот не вижу. Ладно. Где тут? Там. Давай тут. Конструкт видит. Собираем. И солдата. Они должны. 5, 6, 5. Да, вот посмотрим. Горизонт. Пишем картоны. Тут, 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 в принципе, легче, что только тут укрепить. Тут, наверное, будем просто кашить, как бы нужно уже воевать себя. Я как будто сейчас весь клад уже. Чувствуете, да, такой импульс? Ну я по-быстрому потом отнесу, не бойся. Тем более подобно. К следующему ролику. Вот, рекомендация. Вроде бы я вам давал хорошие, достаточно качественные рекомендации. Если вам хочется еще, как бы, то можно узнать, чем впереди занимается, можно также вступать. А, я говорю, уже в Франции. С этими опасно будет. Это уже так заметно. Как бы не стыкаться, но второй где-то тут, смотрите, как уже рядом. Я, наверное, пиздбас буду. Третий, смотрите, кнопки. Давай тут. Все мы сплатим, они могут не попасть в стрельбу. Ну, в общем-то, если можете зайти, а вот на этот сервер, то пожалуйста. А вот так он выглядит. Здесь-то еще есть, вполне по-моему. А мы будем не отставать. Вот казарму я бы себе строил. Да, сегодня еще. Тысяча монет. 10 цены. Это не зря мы это. Не зря. Так, мы должны нам. Тут давай тоже занято, как бы будет меня видеть. А не будет тогда, если вы тут стоите, сэр, то сразу же отправляйтесь. Да, вот собираем, будет такой захват, то и там маленький захват получается, нужно со второго сразу перейти, сказать, эй, другая территория. Но мы столкнемся с таким проблемой, что, ой, как бы, вот что, ему опасно здесь, опасно. Вот его съесть, чувствую поражение какое-то.
какой-то, да? Ну, не увы, увы, такого не будет. Сейчас мы точно... Я помню, когда-то раньше я играл в эту игру. На меня напал один из колоннов, у меня были танки. Корабль проезжал, вот тут я был, кстати. Вот тут дрались, там где-то его друзья были, а я был всегда один. Вот, поэтому записываю, чтобы было больше. И блин, сейчас война идет в Украине, поэтому не слышно звуки, что русские снова нападают. В общем-то, тут ходили корабли, а я такой танк на них. Они потом поняли, блин, а танк же такой сильный. Чтобы у нас был тоже такой танк, нужно сначала изучить. Вот, блин. Я говорю про таких, я говорю, вот, 7000. Подороже, но фиктивно. И смотрите-ка, в чем дело. Боевая мощь 100. Их можно, кстати, вроде бы чинить. Блин, если я переведу на русский, будет кино, я потом сильно скачу. Привыкну, в будущем обещаю, что привыкну. Как изменить язык, знаете? Ух ты, улучшил. А как так вот? Вау! Вау! А кто это такой? Стоять немножко. У меня есть такая мысль, прям под конец рынка, скажите. Сколько он 5 часов? А вы все отказались? Подходить. Просто как-то начал. Газетам Майн Тайм Овервор, как будто сейчас выход только начал, новый игрок типа того. Как-то планы меняются часто и часто, поэтому вы видите татуировочку. Так, мы его, конечно, завалим, кусочек отвоюем. Опа, на смотрите, так это живой, как я понял. Привет. С ними нужно с ним реально перемирие, чтобы потом заплатить этот кусок Грецию победить. Сколько там всего территории, всяко такое сегодня десятка. Счет, но это просто это все опыт этой игры. Пум-пум-пум. Просто подводит, как я, да, как обычно люди. Сегодня придется мне с ним столкнуться вечером. Блин, ну ладно. В общем-то, интересует продолжение, лайк оставь, подписывайся и супер месяц 1914 сыграем за твою территорию, твою страну, какую ты хочешь. Пока. Подпишись там. Слева, справа, внизу, если такие подсказочки нажимаешь и смотришь данные видеоролики.